кошт слова Лукашэнкі. Памятаеце, як ён казаў, што коронавірусу няма, а сам вакцынавацца гатовы выключна беларускім прэпаратам. Дык вось. У нашыя рукі трапілі тэлефонныя запісы, якія паказваюць, як для узурпатара і набліжаных для яго на званок адкладалі вакцыны. Замежная. А таксама ў нашым расследаванні стаўленне сістэмы да беларусаў у час пандэміі. Пакуль адны паміраюць і спрабуюць трапіць у стацыянар, чыноўнікі маюць усё неабходнае, але для сваіх. Пры гэтым прапаганда стварала адарваны ад рэчаіснасці вобраз пандэміі. Ад кіберпартызанаў мы атрымалі базу званкоў з красавіка па чэрвень 2021 году. Гэта канец другой хвалі захворванняў, калі панаваў штам амікрон. Юлія Цяльпо Фук прыгатавала першую частку вялікага расследавання, другую частку глядзіце праз тыдзень, а першая ўжо цяпер. ,622 новыя выпадкі інфікавання COVID-19 і 10 смерцяў. Гэткаю была статыстыка Міністэрства аховы здароўя Беларусі за 9 красавіка 2021 года. Колькасць інфікаваных у той дзень падскочыла на 350. Гэта быў канец другой, найбольш суворай хвалі пандэміі. Вакцынацыя насельніцтва толькі пачыналася, змаганне з ковідам працягвалася, згодна з бачаннем Лукашэнкі, а не міністра Піневіча. Никакой самоуспокоенности быть не должно. От министра здравоохранения я жду принципиальной оценки действий руководителей регионов и столицы в этом плане. Об обеспеченности лекарствами, медицинским персоналом, больничными койками, кислородом. Паспрабуй провали показники. С поставленными задачами кожны справляўся як умее, выникая затрыманых от киберпартизанов и проанализованных белсатам телефонных размоваў чиновников профильного министерства. Сапраўдная битва и шла за месцы у ковидных отделениях. Значит, привезли паллиативного ребенка, полдня решали, куда его деть. 15-летнего паллиативного ребенка с ковидом выявленным. Так. Пытались все определить. Слуск не взял, у них нет, видите ли, детской реанимации, у меня тут на каждом шагу. Значит, детская областная перепрыг уже все. Детская инфекционная Минска отослала на детскую областную. Те уже перепрофилированы. У меня сейчас в реанимации 6 пациентов. Не уложить физически нету. Складана было з месцамі, а ў некаторых выпадках і са стаўленнем да захварэлых у сталым веку. Лагоцкі Смалевічы паставляюць такіх 37-го года рождения, 39-го. То есть такие старпёры, простите, совсем дохлые люди. Но пока места есть, но у меня сложности с кислородными местами, потому что я не могу их ложить в эти страшные палаты с кислородом, а там у меня кислород. А денег мы тебе так и не дали, да? Нет, то есть тут сложности реально. У меня просто знакомые в Минске, они их держат на кислороде максимум 5 дней, потом пинка из больницы в госпиталь. А поглядишь на материалы лукашенковской пресс-службы, проблема у змесца минима. Как вы здесь? Ну, нормально. Молодец. Так, а что, у вас свободные эти койки, да? Сейчас увеличены. Андрей Ткачоў, які на першай хвалі пандэміі заснаваў буйную валанцёрскую ініцыятыву BY COVID-19, бачыў на ўласныя вочы, што адбывалася ў больніцах у 2020 годзе. Кажа, што прынцыпова не палепшылася сітуацыя і на пачатку 2021-га. Койкі, стаящыя ў коридорах, это врачы без средств індывідуальнай защиты. Огромное количество заболевших. Это очереди из скорых, которые стояли в приемное отделение. И это ужас в глазах врачей, потому что они не понимали, что происходит. Они были фактически брошены на амбразуру борьбы с ковидом без достаточного количества средств индивидуальной защиты, без протоколов лечения, без лекарств. Послухаем так само, яким чином головная лекарка Крупской центральной районной больницы Алена Клещанок и чиновница Минздоровья Наталья Боярская рыхтуются до визиту высокого начальства. Яны их называют ВДЛами, высокопоставленными службовыми особами. Во вторник у вас будет мероприятие с участием ВДЛов. Скажи мне, пожалуйста, палату ты сможешь организовать? Реанимационную? На базе чисто операционной, потому что в реанимации у нас дополнительные две койки, но ты которые... полностью сможешь ее организовать, да? Ну, мы делали уже, как бы, да, вот как для президента в соответствии с этой самой.
Да, хорошо. И там отдельный без ковида вход и все остальное, да? Все будет, да, отдельно чистый вход и как бы это самое. Хорошо, бригада тебе нужна реанимационная на это время или твои справятся? Специально не приглашали, вот они сегодня госпитализируются. Здравствуйте. Сколько к вам гостей? З іншою чиновницею наша героїня шукала больниці з говоркими головними лікарями, які намовять пацієнтів на потрібне журналістам коментари. Наталья Илларионовна, ОНТ готова ехать в Несвиш. Им надо быть в ЦРБ, я правильно понимаю? Да, в ЦРБ, да. Я главному врачу. Главному врачу Виктории Викентьевне на поражение. Я поняла. То есть этим товарищам всем, я имею в виду главврачам, надо сказать, что хотя бы одного-двух пациентов, чтобы они имели, которые были бы не против сказать, что они хотят вакцинироваться. Хорошо, очень, очень, хорошо, очень, я приду. Там. Предупрежу, хорошо. Предупредите. Так, дальше. В Марьину Горку я ничего не перепутала. В 2 часа ждете. Да. Да, в Марьину Горку поедет Бенедисюк Настя, это БТМ. Ей надо будет в комментарии тоже сказать, что ну да, и там вакцинация. Да, главный врач обычных. Там, да. И главное, чтобы она сказала, ну вот это первое у них предприятие, или вообще там, я не знаю, они там все предприятия к ним записываются. А еще СТВ. СТВ может в Жодино поехать. У выніку на державном телебаченні пропагандисты могли показать суцельный позитив и триумф вакцинации. Мы с удовольствием пришли, потому что хотелось бы к летнему периоду быть провакцинированными. Считаем, что она вполне безопасна. Что важнее все-таки сделать прививку, чем ждать болезни. Вот и наша съемочная группа решила приехать в одну из столичных поликлиник, дабы показать, как есть все на самом деле. Картинка совершенно не нужна там министру здравоохранения Пиневич или Караник, которые были министрами здравоохранения во время эпидемии ковида. Они хоть и подлецы, но они совершенно не глупые люди. Они прекрасно понимали, что творится в больницах, и картинка им самим была лично не нужна. Она им нужна была только, чтобы дальше отчитываться наверх. На версии чакали поспеховой вакцинации насельництва. И Наталья Боярская намовляла керовников медустановов, установов освіти и держорганізацій выконать план прищепок. На графику бачим, як росла колькость особов, прищепленных спутником В, тягом 2-го и 3-го тидня у красовика. У травні активно використовувалася так само китайская однокомпонентная вакцина. А российский спутник складався з 2 часток. Першую дозу вакцины люди отримлювали, а вось 2-го компоненту почало катастрофично не хапать. На Экспо были. Работает. Да. Только жители Минского района или всех? Нет, попались все. Там было такой ажиотаж, что были и из Бреста, и из Гродненской области, и из Минской области, из других городов. Короче, прививали. А Минск вообще стоял стеной, не выпускали медиков в 7 вечера 10 мая из пункта, требовали привить до последнего. Был же перерыв. Ні в Мінську нігде не було вакцини, тільки у нас. Того вечора довелося навіть викликати міліцію, каб супокоїть тих, хто хотів отримати вакцину. Затим, як яни самі кажуть, вольовим рішенням, начальство популярний пункт у Мінському Експобелі часово закрило. А каб насильництво не обуралося, поставили там работника, який хлусив людям про реальний стан речов з вакцинацією. И мы там оставим человека, который будет рассказывать сказки, что в Минске поликлиники получили вакцины, в поликлиниках очереди нет, идите туда. О том, что партия вакцины закончилась, не произносим, да? Ни в коем случае. Вы добро почули. Медичные чиновники загадывают расповедать белорусам сказки. О том, что партия вакцины закончилась, не произносим, да? Ни в коем случае. Перебои с вакциною у 3 кварталах 2021 года были систематичными. Чиновники молчали. Пропагандисты сдымали там, где вакцина еще не скончилась. Але были и больше серьезные проблемы у в отделениях с тяжкохворыми. Мне на кислород надо 190 тысяч до конца года при такой ситуации. Но просто это самое важное, понимаете, остальное может. А если этого не будет с 1 июля, то может хоть какое там... Ну передвижку какую-то давай, если где-то какие-то деньги есть. Давай, не знаю, зарплаты давай снимать с 4-го квартала. З одного боку, без удзелу міністра змагаліся з недахопам сродкаў на кісларод, абсталявання і лекі. З іншага, хавалі рэальныя маштабы эпідэміі, ды асабліва лічбу памерлых ад ковіду.
Вот читаю информацию по Дзержинску. Елена Леонидовна, а цифры, те, о которых мы не очень говорим, лучше не показывать. Вообще, в принципе, да, общими фразами, правда, Елена Леонидовна? Общими фразами, общими, да. Что коронавирусная инфекция внесла свои коррективы. Все, не да, надо, поэтому не я надо. Поубираю. Хорошо, Елена Леонидовна, хорошо. Казать агульными фразами, те увогуле не казать про демографию, загадывала наместница министра аховы здоровья про телефон. А на ток-шоу «В людях» Алена Богдан увильнула от отказа про снижение личбов и бодай призналась, чему. А вот эта статистика по коронавирусу, помните, многие интернет-ресурсы ставили ее под сомнение. Значит, Минздрав скрывает цифры, ситуация другая и так далее, и так далее. Сама по себе цифра – это всего лишь цифра, но она тянет за собой огромные финансовые государственные ресурсы. Координатор фонду медичной солидарности Андрей Ткачов узгадывает, как у больницах на министерский загад занижали статистику. Ну, мы протестировали 5 тысяч человек, из них 4,5 плюсанули на ковид. Вот мы статистику ввели 4,5 тысячи, а то, что заболевших-то на самом деле 50 тысяч их просто не протестировали, ну, это статистика умалчивает. Но что касается смертности, это уже скрывать было сильно сложнее, хоть и делалось. То есть людям причину смерти указывали не ковид. Замест ковиду докторы писали пневмония, хворобы системы кровозвороту и так далее. Реальные страты до 30 тысяч человек, как выникает из ускосных подликов. Згодно со известками Белстату, среднегодовая личба смерти у Беларуси у 2020 году выросла амаль до 48 тысяч человек. У поравнанні с 2018 и 2019 годами, коли смертность была утроя меньшою. Тем часом Лукашенко публично рассказывал, что забивает людей не ковид, а занедбанное здоровье. Хроничных сердечных недостаточно, к сожалению. Ну, беда, конечно, когда сопутствующая шлигец. То, что люди помирают на ковид, было усесветной проблемой. В краинах Заходней Европы и навод у России улады наоборот намагались показывать реальный стан пандемии. Але белорусская медичная система правду ховала. Беларусь живет в такой ситуации, когда виноват все равно будет холоп, вне зависимости от того, что произошло. И вот поэтому отрицательный хемотаксис, когда люди просто боялись, что на них падет это око Саурона и сделают их крайними, показательно распнут. Отповедно, коли медики перемогут у войне с коронавирусом, то их показально узнагородят. Тому до сюжета про очищение палатов от ковиду так само рыхтовались. Профилированный в обычный режим функционирования 288 коек Крупской, Любанской, Стародорожской ЦРБ. Да, а я вам говорю, что мне нужны числа, когда вы их будете мыть. Мне туда прессу послать надо. А, мыть? Именно мыть, Юлия? Мыть? Да. Хорошо. При этом нельга сказать, что министерские чиновники лёсом пациента зусім не пераймаліся. Пациенты бывали розныя. И коли для одних вакцины ці месца у шпиталі нема, то для других заўсёды нешта знойдзецца. Например, для першага, як яны клічуць, Лукашенку. Значит, Дмитрий Владимирович, я нашла 5 доз первого и второго до сентября 21-го. Поэтому, Дмитрий Владимирович, в четверг Масленкина с района привезет ее вам. Вы ее храните как зеницу ока. Это будет для первого и желающих, может быть, семьи. Но в понедельник к вам придет Румас. Тобок Лукашенко, який стверджал, что прищепится только белорусской вакциной, отримал российскую еще у червени 21-го года. Идем далее. Вячеслав Васильевич, надо как-то решить вопрос. Все-таки утречком взять и к обеду получить результат. Мы не сможем это сделать, Наталья Ларионовна. Вы же уже делали. Очень надо. Для нашей Юлии Вячеславовны. Подобно для Юлии Вячеславовны Аскерки из управления кадровой работы Менаблвыканкаму. Подчас пандемии, коли трапить до лекара с непильной проблемой было тяжко, Наталья Илларионовна вырашала пытание. Завтра вторая смена, можно будет девочку присылать тогда. Хорошо, Александр Владимирович. Спасибо. Хорошо. Большое. Все. Спасибо. Это доченька помощника президента. Спасибо огромное. У нас начальник управления образования, очень заслуженный человек, хотел бы обратиться к стоматологическим услугам у вас. Да. Я ему дам ваш номер телефона. Конечно. Николай Николаевич Башко. Запишите, пожалуйста. Хорошо? Хорошо. Я буду в отпуске, а вы все организуете так, как надо. Организуйте, коли ласка, и для усіх беларусаў. Юлія Цяльпук, Белсат.